Ребенок 90-х, нормально? Ребенок 90-х, ну не знаю. Я думаю, нормально, думаю, нормально. Весь вот это в наколках весь такой, Вася. Всем привет, сегодня со своим другом Антоном, и мы будем снимать видео «Ребенок 90-х». Некоторые вопросы я беру из оригинального тега, но несколько я добавила сама, потому что вопрос типа «любимый бренд, любимый магазин», как сказал Антон, любимый магазин, где еда? Где есть еда? Где есть любимый бренд, который не рвется? Первый вопрос, любимый мультик? Помню, Iron Man смотрели с утра по РЕН-ТВ, очень круто было. У меня это был Sailor Moon. Сразу они шли после Пашиных покемонов, которые... Нет, вот, я подготовил, когда это мне сдало, все, точно, я вспомнил, покемоны, нет, ладно, покемон. Да, покемоны. Хорошо, Sailor Moon. Второй вопрос, любимая игрушка. У меня была эта лошадь, которая могла двигать ножками и ржать, но, как я помню, ее сломал Паша, мне так кажется, но Паша это отрицает по сей день. Это синдром старшего брата, все, что у тебя пропадает, ты складываешь там брата. Ну и как и вашей сестры, я на своей младшей сестре тоже много чего ставлю. Ну, я на самом деле в детстве любил очень Лего. Так кто что... не любил? Не знаю. Лего, что, Лего Старус. Третий вопрос. Любимый сериал? Зачарованные! Что? Ну, нет, Зачарованные круто, как конечно. У тебя могли быть Зачарованные? Как? Я Лео был. Мы играли. А я была Пайпер. А я был Лео. Вот. Лео, Пайпер. Подожди, Лео и Фиби, да? Не знаю. Не помню, я вообще не помню, как имена. Помню Лео, красавчик. Пайпер, Фиби, Пейдж, Пью, Пейдж, Прю. Прю и Пейдж. Пью. Пейдж, потом вместо Прю. Да. NSYNC или Backstreet Boys? Блин, не то, не то. Я не знала, кто такие NSYNC. Я тоже. Я до сих пор мало знаю, я знаю, что там был Timberlake, но... Это все, это единственное, то, но единственное, что я уверена, ты знаешь из Backstreet Boys, это... Show me the meaning. Of being lonely. Ну я слышал, хорошо, но я не знал, что это NSYNC вообще. В общем. Ну, название Backstreet Boys я знала. Да. Но NSYNC, это все, что я знала о них. 5. Самый странный модный тренд. 1, 2, 3. Колготки. Прошел каждый через это. Разноцветные колготки. Мальчики и девочки. Колготки. Все это помнят, никто не признается. Да, колготки вместо штанов, вместо юбок, шорт. Вообще это было тепло. 6. Что ты коллекционировал? Я коллекционировала карточки покемонов для Паши. Я понятия не имею. Я не понимала смысл этого. Мне это не казалось каким-то весельем, но я их собирала для Паши. Зачем они нужны были Паше, я не знаю. Или это, нет, не карточки, а какие-то клипсы, или как это называется? Не знаю, я лично кэпсы. Кэпсы, какие клипсы? Это сережки. Кэпсы, да. Кэпсы, да. 7. Вопрос. Star Wars или Star Trek? Star Trek. 8. Сколько у тебя было тамагочи? У меня был страх к этим вещам. Поэтому у меня было, ну, штуки 3 максимум. Какого ты года рождения, подожди-ка? 95-го. 5 лет провела в 90-х. 90-х. Ты провел сам сколько? 7 лет? Насколько 8. Ты у меня старше? 8, ну. 92-го года. Почти 91-го. Угу. Почти. Один тамагочи у меня был и ушел. Было грустно. 9. Любимая игровая приставка. Sega, однозначно Sega. Я не Mortal помню Kombat. Название своей. Там было Dendy, Командор, Nintendo. Марио, на какой? Неужели Nintendo? Единственное, во что играла, сейчас это было Марио. В этой игре была скала, и я никогда не могла ее перепрыгнуть. И Паша все время. Я все время Пашу звала, и он не перепрыгивал. И однажды мы были в Бишкеке, и мы с Пашей гуляли вдвоем. По какому-то, ну не каньон, не знаю, что-то было. Нет. И Паша мне сказал, что он скоро умрет. И первое, что я ему ответила, кто же мне будет перескакивать через эту пропасть? А почему он должен был умереть? Я не знаю, но Паша мне сказал, это было нам, ну сколько нам было? Но мне было лет 6 или 5, и Паша мне сказал то, что он скоро умрет. И моя реакция была, кто мне будет перескакивать через пропасть. А зачем еще брать нужно? 10. Любимый Дисней мультик. Король Лев, наверное. Ну, типа, я не очень плохо, короче, плохо помню, кто из них там, диснеевский, кто нет, но угу. Король Лев. Ну, Король Лев... Ну, это я бы не сказал, что супер люблю. Покемоны. У меня вот это про этих кошек, там была мама, два котенка, по-моему, мальчика, котенок девочка белая с розовым... В общем, Мэри ее звали. Но я не помню, как это называется.
Но вот это мой любимый был. 11. Любимый певец-певица. Сложный вопрос. Там на протяжении 90-х там все много менялось с каждым днем. Помнится, я даже как-то отбитой мошенники назывались, было неплохо. Но я был очень мил. Потом Рамштайн. У меня нет ответа, я не знаю. 12. Любимый комикс. Человек-паук! Не знаю, я не припомню, чтобы я именно в детстве какие-то комиксы читал. Да, наверное, все были интересны, которые попадали в руки. Ну, типа, Человек-паук там, я знаю, точно был. 13. Любимая конфета. Все, что давали. А давали немного. Вообще классные были эти 5 с плюсом или какие-то такие шипучки. О, шипучки! Которые еще в школе, они так вот так вот. Да, 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 да. Такие. Еще был Степа, дядя Степа, или кто? Типа что-то фрутеллы расплющенные. Да, 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 да. Пластина. Классная тема. 14. Любимая игра. Помню, первое, что я играл, то папа на работе в Doom. Что это? Doom? Ходишь, стреляешь, Quake, Doom. А, этот! Я думала, что... Нет, ну ты про эту игру. А надо было не компьютер? Не знаю, может компьютер, но я хотела сказать прятки, потому что это все, во что я играла. Это я бы до сих пор играла, я обожала эту игру. У меня коленки... У меня на коленках асфальт. Вот, смотри, у меня... Вот это асфальт. Мы с братом крестным были самые активные в прятках, и мы играли с мелкими. И мы все время выигрывали, понятное дело, но не могло же быть два победителя. И мы все время боролись за лучшее место, и как-то у него на даче он столкнул меня с бетонной лестницы. Вот, ну, правда, на этом игра и закончилась, но вот. Ну, вот победитель, я настолько... Ну, с асфальт в коленках у тебя. Ну, да, ну, можно и так сказать. Но Doom, я играла в Doom. Ну, классная игрушка. Угу. GTA 2, вот это просто шедевр. GTA 2, GTA 2. GTA 1. Да. Ну да, да. Я вот не помню именно GTA 1, как выглядит, но GTA 2 и GTA сверху. Лондон. Но там и в GTA 2 тоже вид сверху. А, да. И GTA Лондоне тоже вид сверху. Но это было очень, очень круто. Я не понимал особо, что там происходит, но я просто ездил и убивал. 15. Любимая игрушка из Happy Meal. Action Man. Классная была серия. Да. Там классные чуваки с всякими не светились, что-то делали. Моя любимая игрушка, я не думала, что она была в 90-х именно, точнее, я уверена, она не была в 90-х, но мультик Totally Spies, у них были фиолетовые круглые телефоны, вот так вот, даже потом, где-то в Японии, или, ну, в общем, создавались такие же примерно телефоны, в общем, такие круглые, как ракушка открывалась, и Макдональдс, Happy Meal сделали такой же телефон, по-моему, там внутри был блокнот или что-то, какие-то, ох, это было... Так здорово. 16. Первая книга, которую ты помнишь, которую ты прочитал. Я помню, очень долго не хотел Гарри Поттера читать, когда он там начался. Это первая книга, которую ты помнишь, что ты прочитал? Которую, типа, она мне понравилась. Я не так много, на самом деле, читал книги. Я не люблю книги. И читаю очень редко. К своему, может быть, стыду его, Филиппу. Извините. На самом деле, затянул меня Гарри Поттер, наверное, ну, все это я прочитал, и все книги прочитал. Было круто. Ну, начал я их, когда они выходили еще. Ну да. Before it was cool. У меня первая книга — это «Простоквашино». Это первая книга, которую я именно села и начала читать. Вот по слогам читала ее еще. Вот. Потом у меня такое чувство, что какой-то десятилетний перерыв, и я снова начала. У меня была, видимо, травма. От первой книги, да. Потому что я не помню, что... Ну, я помню, я читала «Самсона Роберта» тоже. Да, да, была такая тема. Угу. И последний вопрос. Твоя самая горячая фотография из 90-х. Вообще, у меня была самая горячая фотография, но я быстро поняла, что она самая горячая, и вырезала свое лицо. Вот знаете, как сейчас себе ставят всяких кошечек или, не знаю, что-то делают со своим лицом в Инстаграме и зачем-то выставляют эти фотографии? Вот до того, как это было мейнстримом. Но, блин, да, к сожалению, у меня эту фотографию, я ее хранила у себя в кошельке, и его украли. В общем, это теперь моя самая горячая фотография. 50% фотографий меня маленькой, я буду вся в шоколаде. Точно шоколад? Будь ты Паша, я бы сделала так. Не очень люблю детские фотографии, да, и вообще себя в детстве, потому что я... Ты был очарователен. Нет, сейчас я очарователен. Вот, в общем, вот это. Мне кажется, тот стиль. Надо еще было... Майли Сайрус сейчас так делает, да. Я это сделал до того, как сделала Майли Сайрус. Это весь наш тег, мы надеемся, что вам понравилось это видео. Вопросы... Предложение. Вопросы есть? Голову ты не забыл? Да. Урок окончен. Пока. Ну что ж, мы сделали это в очередной раз.